Ольга Міхейкіна – айфонограф. Займається цим фотомистецтвом вже 1,5 року. Вважає, що воно набирає популярності в світі через гідну заміну фотоапарату. Знімає для журналів, рекламних постерів та проводить майстер-класи з айфонографії. Доброго ранку. Чекаємо від вас наш ранковий ефірний майстер-клас. І перше запитання, от уже 1,5 року, як це розпочалося? Ви взяли в руки айфон і що, і почали фотографувати? Ваша історія. Добре утро всім. Мені муж подарував на день рождення айфон. В принципі, я завжди любила фотографувати, у мене були камери цифрові, маленькі, які тільки з'явилися. Вот, и он мне подарил, и там в 7+ есть эффект боке. Это когда размывается задний фон. И я настолько полюбила это, что я начала внедрять это как в плане зарабатывать денег. То есть я написала девочке, которая занимается у нас тоже айфонографией, она сама из первых, которая начала заниматься, прошла у нее мастер-класс, она меня обучила, какими приложениями нужно пользоваться, как правильно и грамотно выстраивать кадр, как работать со светом, и я начала практиковать, практикую до сих пор. Тобто багато нюансів, так, є оцих фото на айфон, дуже багато. Отже, давайте потроху розбиратися. І, по-перше, взагалі, звідки прийшло воно? Це захоплення і навіювання, я б сказала, фото на телефон, на айфон. І чи дійсно ці фото краще за якістю, ніж на фотоапарат? Ну, айфонографія родилась тоді, коли родився перший айфон. Где-то в 2007 году, по-моєму, перший айфон вийшов. І тоді... Про це фотомистецтво заговорили не так давно. От почали пошло за границу. То есть оно идет с того момента, как появился айфон, как люди начали фотографировать на айфон. Даже там у нас были люди, вот Вера Паско, может, кто ее знает, она фотографировала на 4-ку. И снимала тоже для инстаграмов, для меню, и у нее достаточно красиво все получалось. Даже не в зависимости, какой у вас телефон, самое главное, это видеть хороший кадр. То есть можно сфотографировать на любую камеру, приложить потом вам в помощь, они вам помогут вытянуть, сделать красочнее, графичнее, художественнее. И вообще, в принципе, айфонография – это то искусство, это не просто фото. То есть мы фотографируем и потом художественно обрабатываем фотографию с помощью фильтров, пресетов. Вона становиться як картинка більше. Тобто можна за допомогою айфону, смартфону зробити повноцінну фотосесію, так? Зокрема, у студії, там не потрібно ні штативи, ні фотоапарати, просто на айфон можна зробити, да, правильно? Так, можна спокійно зробити. У мене були случаї, коли і свадьби фотографували на айфон. Це намного удобніше. По качеству, да, воно уступає фотоапарату, безспорно. Який об'єктив у фотоапарата, який у айфона. Но айфон настолько вырос в качестве фотографии, и достаточно, айфон справляется отлично при дневном свете. Вот в этом-то и разница. На фотоаппарат вы можете фотографировать и ночью, и при искусственном свете, на айфон только при дневном свете. Только тогда получится красивый, качественный снимок. Также... Дивіться, кожного року ми слідкуємо за тим, що виходить новий айфон, да, там XI і так далі, XS. Різниця є в камері ж, правильно? І чи, можливо, хтось зараз хоче взяти 7 і розпочати з нього фотографувати? От така суттєва різниця є чи немає все ж таки? Ну, в сімерці є різниця, звісно. В камері є, але на сімерку, навіть на 5-ку можна зробити красивий кадр. Тобто, чоловік, якщо бачить, ко мені, коли приходять люди на майстер-класи, вони чекають того, що я навчу їх фотографувати точно так же, як і я. Але я цього зробити не можу. Ну, у кожного чоловіка своє бачення кадра. То есть я могу грамотно выстроить кадр, научить, со светом поработать, научить обработке в приложениях, и этого будет достаточно. А как человек уже увидит кадр, это уже, конечно, ну, личное видение его. Поэтому я считаю, что фотография – это искусство, и с помощью айфона вы даже представить не можете, какие можно сделать снимки. Это вообще, это можно включить настолько фантазию, можно сделать… масу всього. Ось ви кажете, майстер-клас проводити. За скільки можна навчитися робити гарні такі дійсно майстерні знімки на айфон?
Ну, смотрите, мастер-класс у меня занимает по времени от 3 часов. Uh-huh. То есть это я все рассказываю. Сегодня мы поговорим с вами про свет, я немножко поделюсь, но все равно не захвачу, потому что за свет это тоже прям отдельный блок, и ну, там очень много информации, поэтому, конечно, лучше приходить на консультации uh-huh. и записываться, чтобы вам я или кто-либо другой, как айфонографер, объяснял это, как это правильно нужно делать. Uh-huh. В принципе, вот, там идут приложения, они все бесплатные, они все базовые, ими пользуются все айфонограферы, то есть сколько я не проходила мастер-классов, их было очень много, ну, в конце концов, все сводится к этим 3 приложениям, но, сами знаете, у кого-то есть свои нюансики, и ради них мы ходим и обучаемся вот из-за мелочушек, чтобы их знать. Угу. Отже, по світлу будемо сьогодні говорити. Давайте якось, як світло нам допоможе покращити фото. От ви казали, що от як його треба поставити, щоб фото дійсно заграло так, як треба. Яке ж воно ти правильне світло, так? Значить, смотрите, вообще, ще перший лайфхак такой, это перед кожним снімком нужно протереть камеру. Це, я думаю, знають усі власники всі, телефонів, всі, ну, а пам'ятати мають усі. Да, і навіть коли ви зробили знімок, опустили телефон, підняли, її uh-huh. нужно все равно протереть, потому что у меня вообще было раньше горизонтально, у меня сейчас вообще проблема с этим. Ну, то есть у меня палец постоянно попадает на камеру. Uh-huh. Её нужно обязательно протереть. И как это, то есть чтобы сделать идеальное селфи, например, или идеальный снимок, мы всегда разворачиваемся к свету. То есть uh-huh. если мы находимся дома, мы подходим к окошку, становимся напротив окошка и фотографируемся напротив окошка. Не жёсткий свет. Жёсткий uh-huh. свет — это когда попадает солнце вам на лицо. Угу. Мягкий, рассеянный. Такое местечко всегда можно в квартире, в принципе, найти. На улице мы фотографируемся в тоже, где рассеянный свет, козырьки, тень от дома, но с тенями, даже жесткими, можно красиво поиграть. Можно спрятать половинку лица в тень, а вторую половинку оставить. То есть тоже это насколько фантазии хватает, но модель и, в принципе, когда делаешь селфи, вы должны всегда находиться у источника света. Тобто в тіні не стоїмо, так? Як деякі дівчата люблять, стали. Якщо ви хочете темне фото, то чому не сьогодні? Ну, многі очень отворачиваются от света. Угу. То есть они вроде бы как и светлые, а голову хлопы отвернули от света, и все. И получается лицо в тіні. А из-за того, что иногда плохой свет, у нас вылазят шумы на фото. И их очень достаточно сложно убрать. И для того, чтобы их не было, лучше сразу делать все грамотно, вставать к свету. Фотография очень красивый свет, когда садится солнце. Только не когда оно красное уже, а именно вот когда uh-huh. только начинает uh-huh. садиться, мягкий, красивый, рассеянный свет. Вот это самое идеальное вообще фотография. Да, вот як, що робити взимку? Бо у нас сонечко таке, от, воно любить і вийти нас світлом побавити. Або любить різко зайти. Ти тільки налаштувалася, і воно хлоп і сховалося. От що? Смотрите, если мы делаем работает? Снимки на улице, то есть даже вот как сейчас погода пасмурная, iPhone uh-huh. вытянет. Для этого также существуют приложения, которые потом в дальнейшем нам помогут его uh-huh. вытянуть. Поэтому люди, которые занимаются айфонографией, в принципе, об этом все знают, вытягивают. Можно даже, честно, затемненное фото вытянуть. Но какое оно уже будет по качеству, uh-huh. вы уже сами понимаете. То есть качество хорошее у снимка, когда больше света. Чим більше світла, тим лучше кадр. Uh-huh. Тобто цей стереотип, що коли ми читаємо там фотосесія, зйомка на iPhone, боятися не варто. Не треба шукати спеціального фотографа, можна погоджуватися і фото будуть ідеальними. Правильно? Правильно. І є у айфонографії і у зйомки на iPhone ще дуже великий плюс. Не треба чекати фотографії 3 місяці. Як це любить. Я ще й хотіла б це запитати. Вот, как, знаете, меня фотографировали на свадьбу, я потом ходила и ждала эти фотографии. Сейчас это все очень просто, и многие люди на свадьбу берут и фотографа, и айфонографа. Uh-huh. Uh-huh. Для того, чтобы получить фотографии уже сразу. А профессиональная съемка будет попозже. Поэтому в этом большой очень плюс. Сейчас айфонография настолько развивается, что просто-напросто фотографируют все. Растут аккаунты в Инстаграме. Mm-hmm. Ну, в основном приходят люди для съемки, для контента в Инстаграм. Для чего? Потому что съемка на айфон дешевле. И она достаточно качественная. Для Инстаграма этого вполне достаточно, mm-hmm. чтобы сделать качественный и красивый контент. То есть человек делает продающие вкусные снимки, и, соответственно, у него растут продажи.
Щиро вам дякую, Ольга Міхейкіна, айфонограф.